В Сургуте решат проблемы подростков. Эту миссию на себя взял музыкально-драматический театр. Новый проект театралов «Мне не больно» нацелен на мягкое обсуждение деликатных вопросов через творчество. Здесь не будут оценивать поступки подростков, ругать или придираться. А на примере героев книг и спектаклей покажут, как можно решить ту или иную проблему. Театральная лаборатория – новый формат работы Сургутского музыкального драматического. Его поддержал Союз театральных деятелей России и выдал грант 450 тысяч рублей. Что ждет подростков в лаборатории, расскажет Екатерина Нефедова. Обделенная аудитория. Так говорят про подростков сами театралы. Они много работают для детей и взрослых, а вот тонкости переходного возраста как-то не затрагивали. Исправить этот пробел решили новым форматом – творческой лабораторией. Такого в Сургутском музыкально-драматическом театре тоже еще не было. Это своего рода исследовательский проект, который будет включать целый цикл мероприятий в нашем случае. То есть он предполагает читку пьес, это будут выбраны молодые драматурги, наши артисты будут читать пьесы. То есть это будет именно чтение, они будут держать перед собой лист бумаги, артисты, и читать не так, как это происходит в спектакле, а будут сидеть на сцене и зачитывать, как бы чтение по ролям. В рамках лаборатории также будут поставлены 4 мини-спектакля по произведениям современных российских и зарубежных авторов. Тинейджерам даже удастся поговорить с автором нашумевшего романа «Калечина-малечина» Евгенией Некрасовой, которая как раз и поднимает в книге подростковые проблемы, травлю в школе, родительский контроль и даже вещи куда более страшные. Мы хотим поговорить с детьми, с подростками о проблемах и показать им варианты решения этих проблем, проблемных ситуаций, которые могут возникать в их жизни, такого безболезненного решения, правильного выхода. Причем это будут такие безоценочные обсуждения, то есть не на оценку, как в школе, знаете, вот ты правильно ответил, а ты неправильно. Любое мнение здесь будет важным и будет учитываться. Идею проекта и его формата оценили в Союзе театральных деятелей России. Творческая лаборатория Сургутского музыкально-драматического театра и поднимаемые ею проблемы удостоились гранта в 450 тысяч рублей. В любом случае, если бы даже мы не выиграли этот грант и нам бы не дали эту субсидию, мы бы делали этот проект. Но в этом случае нам облегчает многие возможности, многие потребности, тем более сейчас, когда у театра такой послепандемийный период выхода не совсем, как бы, конечно, как и у всех, наверное, театров провинциальных, не совсем благополучная финансовая обстановка. И, конечно, он не перекрывает всех проблем, но помогает перекрыть огромную часть их. Проект «Мне не больно» реализует в ноябре этого года. На целую неделю Сургутский театр станет местом притяжения не только для подростков, но, как надеются организаторы, и для их родителей. Участники даже посодействуют театралам в расширении репертуара, выскажутся, какой из мини-спектаклей им понравился больше всего. Произведения расширят и поставят на сцене уже для зрителей. Екатерина Нефедова, Юрий Чанцев, телерадиокомпания «Югра», Сургут.